Доброго всем времени суток, с вами Тексер Хаммердинг. И я так думаю, это последняя серия по игре, потому что война выиграна. Еще доступно здание, блин, там доступно. Война выиграна. Больше войны не будет. Задание постараюсь сейчас не трогать. А, добавлено, да. Да. Они же... Погодите, они сюда что-то добавляли? О, добавили новых зданий. Бывает же. Пчеловодство. Пчелы. Легко. Разнообразие формы. Знания торговли. Ну давайте разберемся с этим заодно. Я уже думал закончить, потому что а чем тут еще заниматься? А, открыть там какие-то залы, там... великого этого бога гномского и так далее. Ну, конечно, да. Осторожная перегонка. Давайте. Ага. Ну, знания о мире отсутствуют, поэтому мы... Ну, это все такое. Ладно, сейчас построим. Или не построим. Или не построим, потому что у меня зданий-то новых и нету. Кухня, жилище, пивоварня, тайная мастерская... Госпиталь. Все, что было, все осталось. Ничего не изменилось, ни хрена. Ну ладно. Наисследовал. Тут. Вроде тоже. Отбойный молоток вроде был. Насос. Насоса не было. А, да, на карту добавили жидкости. Все, вспомнил. А вот это надо новый мир начать. Все, читал я обновления эти все. Так, хорошо. На задание в верхнем мире внимания не обращаем. И надеемся, что дварфы сделают что-то хорошее. Ну, я вот их не трогаю. Да, мне говорят, что они полезли, не успевают спуститься вниз, потому что они успевают проголодаться. И это, конечно, очень печально. А можно попробовать зарядить им параллельный лифт. Попытаемся? Попытаемся. Почему бы нет? Почему бы и нет? Так. Ну, я думаю, лифт вот так будет тут. Давайте, фигачьте, господа. О, нет. Тут же этот. Тут же фонарь. Впереди. Так. Побежали радостно. Вот так давай. Фигачьте. Так. Они спускаются вниз. Успевают там то ли устать, то ли проголодаться, то ли пожаднеть, не помню что. И уходят наверх. Мне это все на самом деле не нравится. Но смотрите, они что-то ходят. Значит, в принципе, здесь ходят. Куда вот тут поперся, я не знаю. Куда ты поперся? А, давай вот тут. Вы же можете это снести, можете. Вот иди сноси, да? Да. Так, а здесь? Здесь тут ходил. А чего он там не вынес? Вот это вынесли. Это не вынесли. Бардак. Бардак. Шахта с джекпотом. Сносить столбик, все будет. Так, это мой дварф. А что-то, смотрите, дварф поперли. О, а что внизу? Там внизу никто не строит. Все принесено, но никто не строит. Может быть, они правда не успевают туда. Ну, черт его знает. Тогда, получается, мне вниз-то надо идти лифтом, да? Говорили, что лифт глючный. Ну, вроде патчи-то вышли новые, так что, может быть, не такой он и глючный. Так, расчистили, молодцом. Давайте пробовать. Кстати, вот пчеловодство, да, а пчеловодства-то нету. Какового? Погодите, а пивоварня была, не была? Я все строил, все, что у меня было. Жестянщик. Таверна. Карьер. Чё-то, мне кажется, пивоварни не было, да? Жилище. Да, пивоварни не было. Интересно. Что же она тут мне не светится, пивоварня? А, нет, не кухня. Пивоварня. Хорошо. Пивоварня здоровая собака. Давайте мы его вот сюда вкорячим. Пусть нам работают. Они выдолбят, она будет просто ступеньку ниже. А может, я еще что-то пропустил таким же макаром?
Так, госпиталь, ну это вот больничка, где все делают. Тайная мастерская, где свитки делают. Кузница маленькая, кузница карьера и маленький карьер тоже было. Портной. Портного не было. Еще ниже спуститься, да? Ну давайте. То, может, не последняя серия, да? Да нет, я думаю, последняя. Что делать-то? Каменный мост, каменный сундук. Вот эти две воды добавились. Станция лифта. Отправная конечная точка лифта, где платформа могут загружаться дворфы и товары. Окей. Я так понимаю, мне для лифта надо будет строить шахту прям вот. Новую. Параллельную новую. Так, рельсы. Надо заказать рельсы. Грубая застежка. Здорово. Я прямо за грубую застежку-то и мечтал. Так. Здесь может быть заказать рельсы. Ну тут все есть. Тут не заказывают рельсы. Возможно, в плавилке надо заказать рельсы. Да, в плавилке надо заказать рельсы. Да, давайте. Из чего мы делаем? Из гранитной глыбы пойдет. Из медяхи мы делаем. Где рельсы? Вот рельсы. И давайте фиганем их. Тут 5. Фигачьте. Я на заказ забил, поэтому... Может быть, нас завоюют. Все возможно. Просто, ну, вода мне не светит. Начинать заново я уж, извиняйте, не буду. Так. Шестеренки везут, это будет. Да, отлично. Единственное, что... Ну, видимо, надо копать шахту лифта, да? Пам. А что там, еще рельсы лифта есть? Ну-ка. Железная дорога. Это не лифт. Станция лифта. Да, длинный рельс лифта. Платформа лифта между станциями. А, вот оно. Давай, дворф, уходи. Стопы, а как вы будете их строить? Я, конечно, догадываюсь, никак. Ладно, дайте их дотянуться как-нибудь. А я буду их продвигать постепенно, что ли? Да. Блин, они будут падать, да? Вот что-то мне не нравится с лифтом идея. Так, давайте скорость газанем, потому что мне задания не нужны. Соответственно, посмотрим, счастливо. Дворфы смогут. По идее, они должны сейчас работать исключительно на мои вот эти новые задания. Ну что, они как-то не торопятся лифт делать, да? Так, баблищи. Баблищи есть, все хорошо. Ну, да, ладно, авось. Игрушка повесилась, вам не видно, но игра повесилась. Ну, не сильно отбросила. Она автосохраняется периодически, все нормально. Так, я вот чуть не уверен, что я быстрый лист построил, вот что. Я, конечно, их ускорил, ну не сильно ускорил, но ускорил. Даже не знаю, мне может стоит, мне не стоит тут продолжать свои исследования местности, да? Я ж тут ходил везде, вот тут не ходил. Ну ладно, фигачим. Тут у меня стоит копалка, я уж не помню зачем. Бежим. Тут копаем. Да, я опять отвлекаю дворфов. Ну, что я могу поделать? Отвлекаю. Мне вот в сторону тоже нужно прокапываться, смотреть. Кстати, пишите, что думаете про Хаммертинг. Я-то, конечно, думаю, что может быть финал уже. Но, возможно, вы думаете по-другому. И что стоит это дело продолжать, этот дворфятник махровый.
охренели мы не тут. Это что у нас? А, и опять эти пауки. Не люблю пауков. Мне крыс надо, а не пауков. А что-то дварфы не торопятся. Я думаю, лифт надо в несколько сложений делать. То есть до какого-то места и потом новый, чтобы они могли тут не на всю глубину. А смотри, как они побежали. Я так понимаю, никто не строит теперь, да? Действительно, что строить? Фигня какая, строить лифт. Лифт какие-то строить. А это что? Здравствуй, жопа, Новый год называется. Не вписались. И сюда и не дотягиваешь, да? Ай, какая красота. Ниже чуть сделал. Ну ладно. Так, дварфы где-то что-то бегают. Это что, копают что ли? Копают что-то. Вы где? Ироды. Дерешься что ли? Ой, что это? Древнюю статую дварфа. Суверенитет плюс один. Ног суверенитет плюс один. Кто тут бегает такой красивый у меня? Куда пришел? А почему тут никто до тебя не ходил? Так, что такое? Шахта с жехпотом, мне интересно. Древняя статуя дворфа. И убежал. Нормально так. Куда беги? А, шахта с жехпотом. Тут сплошные шахты с жехпотами. Ух ты ж, ёлки, что тут у нас творится-то? Так, ну и сюда упадешь, не вернешься, это называется. Ок. Мир, конечно, здоров. Вот как его исследовать, да? Они очень странно бегают. Чё тут? Ага. Надо леса вкорячить. Давайте строить. Я думаю, построить сейчас. Так, ты что мигаешь? Боевой дух истощается. Это справить не с кружкой пива. Кстати, о кружках пива. Еще статус дворф. Тоже добавили, что ли? Так, кружки пива. Конечное пиво дворфов. Медовуха. Мед, помните, был? Вот, да. Лунный свет, ром. Виски. Так, короче. Яичный пивдор, вода, глубинный хмель, сумрачная пшеница. Что-то у меня, по-моему, этого нету. Мед, вода, это можно. Глубинный хмель, я вот в нем не уверен. Давайте медовухи зарядим. 5. Давайте вот так. Правильно? Правильно. Тут чего? Транспортировочный мешок. Кожа. Ткань, застежка. Слушайте, я ткань даже не знаю. Кто делает ткань? Ну что, от родной горы? У меня есть ткань? У меня, по-моему, нет ткани. Что, меда есть 15 штук? Так. Я не вижу. Возможно, ткань приходит сверху откуда-то. Кожа. Вот еще делаешь шкура. Шкура бобра, шкура крысы. Бобра. Ну, давайте тоже сделаем, чтобы пяток был. Я не знаю, что это хорошего может выйти, но пусть будет. Я не знаю, где берется ткань. Вот что. У меня ткани нет. Возможно, ткань приносится сверху. А давайте я нагло потребую, чтобы оно сделалось. Ну, условно говоря. Сколько у меня дварфов? 11 дварфов. Вот. Застежек я 11 сделаю. Это не проблема. Застежки делаются где-то тут. Застежки делаются. Из медяки.
держите один застежек, мне не жалко. А вот ткань... Может быть, где-то что-то изменили, ткань теперь делается где-то вот... Тут и шкур все. Вот он, подземный хмель. Пожалуйста. А, изготовление... Здоровья. Как-нибудь разберусь. Фигачьте. Так. Ну не тут точно тряпка делается. Да. Значит, кстати, не знаю, где тряпка делается. Тут нет ничего такого. Мастерская портновая, тут я ее построил, но в ней тряпка не делается. Мистика какая-то. Ладно. Что у нас тут? А тут у нас вот что. Сноси. Я вам сделаю лифт. Молодцом. Так, а теперь длинный рельс лифта. Фигачьте. Я думаю, мы тут можем фигачить. Рельс лифта. Это они сбоку дотянутся, и я тогда еще один сейчас тут сделаю. С этим надо аккуратно, потому что они могут переборщить, и тогда его не построят. То есть по секциям надо делать. Что если я сейчас махну длинную шахту, они же не могут висеть на стене и строить. А что, сразу построили? Орлы. Просто орлы. Сейчас мы лифт забацаем. Я вот тут не пойму. Как это работает? Сейчас посмотрим, они на лифте будут приезжать или как? На лифте похоже, да? О, вот. Телепорт. Ёлки, телепорт. Красота. Значит, это как-то так работает. Сейчас смотрим еще. Оп, лифт приехал. Ну чего? Я опять что-то не знаю про вас. Они с платформы не могут проскочить. Второй уехал, смотрите. Так, мы тогда сделаем вот так. Вы будете работать? А это спустился просто на кирке. А лифт не подбирает между платформами, я так понимаю. Все, арбайтон. Так, погнали. Длинные лифты. Я донизу догоню. Просто да, можно найти этого пресловутого бога кузницы. Я разогнался чуть с лифтами. Но что мне это даст? Ничего мне это не даст. Подземный мир можно найти огненный опять же. Что мне это даст? Опять-таки ничего не даст. То есть тут каких-то интересных исследований не осталось. И это странно, потому что Craft the World был интересен до самого конца. Сколько вот играешь, он был интересным. А здесь вот тут чем заняться? Ну строить, да. А строить железные дороги, допустим, влево вправо есть, но это по каждому уровню надо строить. В общем, как-то вот оно не ахти. Давайте вот это тоже. Там где-то наверху, я надеюсь, делают сейчас рельсы. Да, делают. Давайте эту делайте. Вы пользуетесь? Они по... Блин, он... А, тут лифт не ходит. Они поэтому спускаются, а дальше пешочком бегут. Ну полезно, пузырь трясете свое пивное. Вперед. Странно, они синенькие оставлять должны. Не надо синенькие оставлять. Так, ждите. Сейчас вам рельс принесут. Ну, я надеюсь, что лифт свое дело черное делает, и оно быстрее теперь ездит. В лифт же можно сбоку попасть? Да, прекрасно можно попасть. Они... А, они приезжают и оббегают. Молодцы, молодцы, дварфы. Ай! Отмена! Ну все, уже не отмена. Просто они же строить-то на весу не могут. Им два подряд нельзя, они что-то не достают.
Ну что, до дна мира? Ого, тут до дна мира, тут употеешь до дна мира. Ну ладно, постараемся. Лифт нам в этом поможет. Лифт вещь. Единственное, параллельно с войной его строить, конечно, нельзя. Либо война, либо лифт. И убежали, а? Вот сволочи. Работать. Ленивые жопы. Вы мне всю игру тут ленились, как не знаю кто. А теперь пашите нормально. Это веки. Один остался. Понимает, что приказ могут отменить, придется возвращаться. Так, главное не переборщить. Где я остановлюсь? Наверное, вот в этой пещере я остановлюсь. Так, ну и сюда можно сразу. Да и сюда можно сразу. Потому что тут везде подход есть. Работайте, работайте давайте. Видишь? Стражу по гномы. Ленивые. Не знаю кто. И вниз куда-то убежал. А, ну да, теперь доступность у этих стало получше. Они теперь не успевают там устать, проголодаться или что там. Что там им мешает себя нормально вести? Давай. О, вот тут, возможно, проблемы. Вот эту вот они могут и построить. Которая... Ладно, сейчас. Сейчас построят эту рельсу, и я посмотрю, что там можно с ними сделать. Ага, упал, бедолага. И сейчас упадут. Сейчас пророют и упадут. Отлично. Фигачьте. Я даже догадываюсь, что я вообще тут сделаю. Я тут леса поставлю просто, и все. Прибудет с вами счастье. Так, уже соизмеримая величина, но я вот до сюда, до пещеры докопаю. Так, ну там построить в конце концов. Кто-то прибежит и достроит. Там наверху рельс, наверное, фигачит охапками. Ну ничего, недолго осталось мучиться. Ой, ну одну рельсу принесли. Облезут как-нибудь. Или подождать. Смотри, никто тут рельс не идет чинить. Давайте я пока не буду их трогать. Пусть они сбегают и кто-то починит что-то. Построить, вернее, не починит. Уже, по-моему, длиннее немножко стало, да? Чем надо. А знаете что, давайте я вот тут оставлю станцию. Не буду туда дотягивать, до той пещеры. Будет тут станция. На двух-то лифтах они быстрее сюда доберутся. Вот, потому что уже долго бегают, это уже не очень хорошо. Ну, по рельсам долго бегают. Ах, вы еще углем фонари заправляете. Ах, вы жабы. Ну чего? Да, мне кажется, далековато. Ну давайте, кто-то прибежал же. Ага, вот тут лифт чинить, да, молодцом. И стоит. Этот чините. Тут несет, наверное. Он несет. У них еще приоритет на задание покупки. Потому что на копку они сбегаются просто вот толпами. А на стройку, ну так, ну. Ну так вообще бы. Так, я надеюсь, с рельсы уже выехали. Кстати, а почему не по две рельсы не носит? А мне еще много. Одну, вторую, и потом станцию. И сюда будут так быстро прилетать. Так, что у нас тут? Дерево талантов. А, дайте глаз откроем. А, построили, молодцы. Давай вперед. Вот это и станцию. Ну, опять же, надо подождать, пока они вот тут построят, чтобы не провалились вниз. А то мне придется на лестницу опять строить. Ну, видимо, Хаммертинг еще будет у нас немножко.
хочу до номера докопаться, а в этой серии чувствую, не докопаюсь. Я могу за кадром что-то, конечно, проделать. Но это, наверное, не очень хорошо. Строить. Забацаю станцию здесь, я поставлю им лифт, и они прям будут кататься. Вверх, вниз, очень удобно. То уровень повысил, а просто повысил. Без последствий повысил, скажем так. Мне просто кажется, что это нижняя станция лифта, а сверху можно было просто рельс сделать и не париться. Потому что они доезжают вот до суда, так вот. Ну ладно. Может быть, а нет, я сюда не выведу станцию. Ну ладно. Потому что они сквозь вот эту станцию, мне кажется, не проезжают. А давайте поэкспериментируем, что нет-то. Вот и все. Рельс лифта. А погодите, рельс лифта. Платформу. Платформу лифта. Давайте сюда. Тут все построено. И летать. Будут до суда, наверное, доезжать, да? А я тогда вот снесу. Что будет? Сейчас посмотрим. Лифт в недра, слушайте, еще один пролет надо такой же строить, только тогда начнется прелесть новизны. Улетел? Да, смотрите, он как-то странно улетел, да? Или он все-таки до суда долетел? Ой, непонятно, ладно. И сдриснули. Как? Застраивать, не? Почему я не могу им приказать это сделать? Ну никак не могу вообще. Что? А что тут-то? И что теперь не так? Нет, ну это я могу. И упадешь. Нет, завис. Так. Они не могут. Возможно, что-то не то. Давайте это переиграем. Пути. Окей. Ну да. Вы можете это построить, я верю. Я даже верю, что вы еще что-то можете построить. Вот это вот, например. И эта кучка стоит такая. Не отчетка. Просто почему тут кусок их не работает? Непонятно. Опять они все тусят, смотрите. Работы нету, они не работают. Бездельничает. Тут тоже бездельничают. Но построили, да. Тут не построили. Отмена. Так. Будем переделывать. А, тут этот мир. Как его? Короче, из него строить нельзя. Через него строить нельзя. Так, сносите. А лестницу через него строить можно. А хрен ли не строим? А, снес, молодца. Ставь станцию, тут у нас будет микростанция. Блин, а тут вообще куда-то был угол. Нет.
сносить. Ты что стоишь, возле тебя сносить задали. Кстати, я донизу доехал, да. Но опять же, не идут. Хотя могут, тут спокойно, свободный проход. Туда не можешь попасть ни один дворф. А вот на эту лестницу могут, а сюда не могут, да? Ой, как все запущено. Ну давай. Они с лестницы не дотягиваются. Обалденно, правда. Вот сюда тоже. Я сейчас пробью вот сюда. Если они не будут работать, пошли не в пень. То есть тут есть еще построить. Но если они не хотят работать, пошли в пень. Это невозможно такое играть. Вот реально. Сколько работает? Это три штуки всего работает. Остальные что делают? Бездельничают. Бездельничает. Ёлки, он бездельничает. А это пошел с кем-то за углем пошел. Кто-то может кует рельсы, да нет, нафига. Что там выкинул? Что выкинул-то? Опять туда пошел. А что ты делаешь тут? У нас тут что-то носит. Правильно? Так, я может не увидел? Тут строят. Нет, тут не строят. Им насрать. Строительство какое-то, что? Вы о чем? Это же гномы. Им не надо. Че, никто не придет, рельсу не принесет. Че за хренотень-то? Я вам лифты построил. Не, им не надо. Лифты какие-то. Все, всеобщее безделье на верхнем этаже наступило. Даже кузнец нет, не работает. Я тут так чисто из интереса. А, ну тут не надо. Тут 8 из 5. Лишних, что ли, нафигачили? Ну вот и чего. Смотрите, сюда подойти можно. Вот с этой штуки можно подойти. Она есть. Спрыгнуть подойти можно. А кто-то идет? Нет. Опаньки, а вот это что было? Я что-то ничего тоже не понимаю, как это работает. Я убрал эту постройку, и они прибежали. Но в пещере-то строить можно. Или нельзя? Хоть написали бы. Туда не можешь попасть ни один двор. Хорошо, я сейчас сделаю, что он может попасть. Вот как бы единственная претензия в игре, это вот как людям в Soviet Republic. Они неуправляемые. Возможно, это фишка. Это ни хрена не похоже на фишку, но возможно, это фишка. Это не прямое управление. Но мне кажется, оно не прямое управление, как по-другому должно выглядеть. Как это работает? Ладно, новая попытка. А, ты проходишь сквозь станцию, да? Смотрите, он поднялся. Он на лифте поднялся. У меня нет слов. Как? Эта штука работает на недостроенных участках. Сейчас посмотрим, сюда и приезжать-то будут. Да, он на платформе стоит. Йо. Ну, ладно. Оп. То есть я могу вообще лифт фигануть сверху донизу, ничем не утруждаясь?
Люди, у вас что там? А, кстати, а тут не делают. Этот мост не нужен. И этот тут завис. Орлы, что у вас там? Короче, опять какое-то зависадло. Нет, нормально, заработало. Очень странно, они подвисают так. А, пропали. Но обещали вернуться. Не сможет попасть ни один дворф. Сможет. И попадет. Короче, надо сквозную просто делать такой. Через все. И не париться. Ту станцию. Уехали. Смотрите. Что примечательно. Взяли, уехали. Почему их так мало работает? Почему они не расходятся вот по этим работам, я не пойму. Ну можно же дойти, можно. Или потому что эти работы были в прошлой версии. О, вот теперь заработали, да? Вау. А, нет, ну по верхним-то они нет. Они тут. Пещера стала доступной. Вот это вот. Так, бегайте там. Ну тут пауки, я так понимаю, или тут дворфы. А чего у нас тут? Че вот это вот? Забаговались, так понимаю. Ну так тоже можно. Ну короче, багов хватает, сами видите. А смотрите, а тут они... Эти по-прежнему не строят вещи. То есть ни эту не строят, хотя сюда можно подойти, и ни ту не строят. Хотя туда тоже можно подойти. Но можно копать вглубь. Ну, как-то, с одной стороны, бросить эту игру нафиг и не уперлась она никуда. С другой стороны, ну прикольно же. Ну, что-то там завис. Да, лифт сам по себе, можно лифт прям... Иначе не знал бы раньше, я просто вот одну сквозную шахту бы фигачил и все, и не парился. Так, пусто. Лед. Нет, пусто просто. Обзор этого области. Чего не произошел? Конечно, не произошел. Вот тут не строите. Вот одну построили, а дальше не строите. Вот это вот почему-то не строится. Тут что-то подзависли, ребятки. Не, лифт работает. Лифт работает. Блин, сколько я уже серии записал. Какой кусок серии, вернее, записал. Ну ладно. Не, ну так можно, конечно, вглубь копаться. Пока в огонь не упадут. Это чё? Шахта с джекпотом. Здорово. Так, причём добраться сюда можно. Оу.
Какой тут коридорчик интересный, давайте туда. Нет, ну просто то ли шахты, чтобы просто до огня добраться, даже не знаю смысла. Смысл-то в этом. Блин, бездельниками гномами, кстати, денег нет. У них сейчас жадность будет падать. Так, ты где? А, завис. Ладно, все, господа, на этом я игру закончу. Пошла она нафиг, потому что вот все вот эти зависания, боговины и так далее, они портят. Да, они строят, но они строят через пень-колоду. Вот этот хмырь завис, я его теперь оттуда не спасу. Я могу вот так, наверное, сделать. Нет, не могу. Не поможет это. Вот это портит. Кроме того, тут смысл, строго говоря, утрачен. Да, я построил что-то огромное такое, но у меня большая часть дварфов сидит вот тут наверху. Они ничего не делают. У меня строят 3 дварфа. 2-3 дварфа у меня только работают, остальные нет. Остальные сидят там и ковыряют в носу и ничего не делают. Я им никакие задания не поставил. Они не делают топоры, они там... Они делают только рельсы. Немножко делают рельсы, чуть-чуть. Делают, возможно, еду для себя. Пополняют там запас, хотя ферму там фигачат, как будто они жрут, кажется, за пятерых. То есть весь этот дворский город сейчас производит только немножко рельсы. Немножко рельсы и немножко там каменючки вот для лифтов. И все. Вместе с тем они все заняты там, и тут у меня вот сидит два, причем один застрявший. Да, один застрявший и два, которые строят. Ладно, три, которые строят, уговорили. Опять же, он бездельничает. Я могу им опять задать, но опять их будет три штуки тут строить. И один бегает за рельсами. Все, остальные сидят, носу ковыряют, такие, а чё? Мы что-то должны делать, мы не уметь. Мы дварфы. Мы не делаем ничего. И все, ничего не происходит. Если брать игру Craft the World, там они работают. Ты им задаешь чего-то, они практически всегда придут делать то, что ты им задал. Ну, может, чуть погодя, но придут. Они оставляют тут недоделанные мосты и все вот это вот. И опять... Ключевой кладбон. Ключевой тут заняться нечем. Могу развести кладбон, но вопрос, зачем мне это? Мне кости не нужны сейчас. То есть вот продолжения как бы нету. Можно построить железную дорогу, ну вот с таким корявым строительством, вот с таким вот. Почему вот они этот мостик не строят? Я не знаю, и никто не знает. Возможно, если его заменить, мостик, они его построят. Напоследок я попробую, напоследок. Опа! Он построил его и залип под ним. И смотрите, он эти не строит мостики. То есть, ну какая-то боговина какая-то имеет место быть. Да, можно вот так вот решить. То есть я должен всех поснимать, снова поставить, что ли? Я не знаю, как чего вообще. Как это пашет? Непонятно. А, ну, да, тут строят. В общем, жмите, пишите, что вы по этому поводу думаете. Стоит продолжать, не стоит. А, я думаю, что это финал. Хорош. А на этом пока.